Всем привет! С вами Юлия, жизнь в Японии. Меня зацвела вновь лилия, японский лотос. Будет цвести неделю. Ура, зацвел на веранде раньше времени, на 3 недели. Буду наслаждаться красотой. У нас продолжается локдаун. Но на веранде цветут цветы. Завтра открывают парк в Нагае. Может, пойдем прогуляемся. Магазины по-прежнему закрыты. Открыты только продовольственные товары и продуктовые магазины. Какая красота на веранде. Жизнь удивительна. Также растет черника. Она скоро поспеет, уже ягоды видны. Здорово, что можно наслаждаться природой, и не уходя из дома, на балконе. Вижу лотос. Это чудо природы. Наслаждайтесь жизнью и любите друг друга. До новых встреч. Обнимаю. Всем привет! Меня зовут Свела Лотос. На балконе. Так красиво.